Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Знакомьтесь, Джо Блэк». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Загадочная история Бенджамина Баттона, 2008 года. Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80 лет, а затем начал молодеть. Этот человек, как и каждый из нас, не мог остановить время. Его путь в 21 век, берущий свое начало в Новом Орлеане в 1918 году, в самом конце Первой мировой, будет столь необычен, что вряд ли мог иметь место в жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретает и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь, и о том, что остается с нами вне времени. Братан ангелов. Ангелы живут не на небесах. Они невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслям и направляя их поступки, подбадривая и утешая в минуты отчаяния. Но для них не существует мира человеческих чувств, вкуса черного кофе, боли порезанного пальца или любви. Поэтому некоторых из них так тянет к людям, и порой ангел теряет свои крылья и превращается в простого смертного, что и происходит с героем фильма, которого увлекла на землю любовь к женщине. Адвокат дьявола 1997 года. В Нью-Йорк по приглашению главы крупного юридического концерна прибывает Кевин Ломакс, молодой адвокат. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. На новом месте работы он вполне счастлив, он живет в роскошной квартире с любящей женой, его окружают интересные люди. Интервью с вампиром 1994 года. К падкому на сенсации журналисту приходит вампир, чтобы поведать историю своей жизни. Все началось в 1791 году, когда молодой плантатор Луи, потеряв жену и ребенка, захотел умереть, но родился для мрака. Выслушав рассказ вампира, журналист пожелал стать таким же, как он. Запах женщины 1992 года. Наступил День Благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слейд решает справить праздник, побаловав себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний коронный выход по высшему разряду. Изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты. Есть лишь две проблемки. Первая – Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая – волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симс. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слейду, так это зеленый юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!